Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как можно получить скидку от 7 до 15% на сайте aliexpress.com. Для тех, кто не знает, AliExpress – это китайский интернет-магазин с очень низкими ценами, где можно купить практически все. Для тех, кто знает, эта информация будет особенно полезная. Я расскажу, как можно получать скидку всегда и на любой товар, независимо от того, есть на нем скидка или нет. Возьмем сейчас, например, вот такой вот запрос. Мы видим, что цена $283 составляла. Сейчас со скидкой 42% конечная цена $163.78. Это та скидка, которая доступна всем, о которой все знают. Но мало кто знает, что можно эту цену еще дополнительно снизить примерно на 8,5%. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо зарегистрироваться в кэшбэк-сервисе. Что такое кэшбэк? Дословно в переводе это означает возврат денег. AliExpress – это динамично развивающаяся торговая площадка, и они готовы возвращать часть затраченных средств каждому покупателю, независимо от того, в какой он находится стране. Пол возраста – это не имеет значения. Каждый может получать абсолютно бесплатно дополнительную скидку 8,5%. Для того, чтобы это осуществить, нам необходимо зарегистрироваться в так называемом кэшбэк-сервисе, русскоязычном EPN Cashback. Уже на главной странице сервиса мы видим, что нам предлагается скидка от 7 до 15% на любой товар. Для того, чтобы ей воспользоваться, необходимо зарегистрироваться на сайте, ввести свою почту, пароль. После регистрации у вас будет доступен личный кабинет. В личном кабинете мы рассмотрим, что доступно. Здесь у нас статистика по вашим заказам, акции, акционные товары, голосование, рекомендации, плагин, справочные материалы и раздел для выплат. После заказа товара на сайте все ваши заказы будут отображаться в статистике, и там же будет отображаться процент ваш возврата с каждого товара. Далее нам необходимо установить плагин для вашего браузера. Например, в данном случае это Google Chrome. Я сейчас установлю этот плагин, и после установки у нас появляется его значок. Плагином пользоваться не обязательно, но он удобен для того, чтобы видеть, на какой товар какую скидку мы можем получить. Без использования плагина можно напрямую перейти в магазин, и здесь также будут доступны скидки в среднем 8,5% на все товары. Но я пользуюсь плагином EPN Cashback, вот этим вот. Очень удобно. Переходим на уже знакомый нам товар и обновляем страницу уже с установленным плагином. То есть я это делаю в рамках демонстрации, потом обновлять не надо. Мы видим, что появился значок 8,5%. Нажимаем, и информация сообщает нам, что примерный процент возврата 8,5% составит. То есть этот товар будет дешевле на 8,5%. Это в совокупности мы имеем конечную цену ниже на 13-14 долларов. То есть конечная цена у нас будет $149.85. Ни много ни мало, особенно если вы делаете часто покупки на этом сайте, то можно сэкономить внушительную сумму, как это сделал я. Сейчас я покажу, как это работает. Да, для того, чтобы скидка сработала, необходимо нажать кнопку «Продолжить». Откроется опять этот же товар, и только потом необходимо его купить уже здесь. То есть пройти надо через плагин вот этот. Если не пройти по кнопке «Продолжить», то скидка не зачтется. Я нажал, оформляем заказ, как обычно, оплачиваем, и после этого товар будет доступен в статистике. Я покажу на примере своей партнерской программы. 22 апреля я заказывал две сигнализации. Одна из них стоимостью $109, вторая $102.59. То есть мы видим, с каждой покупки я получил кэшбэк себе. Это отображается также и в графике моих покупок. Вот $17.99 я получил просто ни за что. Для тех, кто не знает об этом сервисе, все деньги ушли бы в Китай. У меня есть возможность сэкономить.
Здесь мы видим общий счет и средства, доступные к выводу. 201,59 – это та сумма, на которую мне уже пришли скидочные мои проценты. То есть я пользуюсь этой программой уже несколько месяцев, и за все это время вот мне в совокупности пришло 201 плюс 32 доллара. 201 отмечены черным, потому что они еще недоступны для вывода. Дело в том, что когда вы оформляете заказ на Алиэкспрессе, необходимо, чтобы он был подтвержден. Подтверждение заказа производится только тогда, когда вы его уже получили, и сделка считается закрытой. Когда оставлены отзывы, бухгалтерия проверяет поступление средств по этому заказу, и они размораживаются, эти средства. То есть сделано это для защиты от накруток, потому как можно отказаться от товара, потом написать, что он бракованный и так далее. Вот. И 32 доллара – это та сумма, которая уже разморожена, которую можно снять, доступны к выводу. Таким образом, всего за пару месяцев на своих покупках для себя мне удалось сэкономить 232 доллара. Это доступно абсолютно каждому. Как видим, все очень просто. Ссылочки на этот сервис я оставлю в описании к видео. Если видео было вам полезным, ставьте лайки и подписывайтесь. На этом у меня все. Всем пока!